Раз, два, три. Один за всех и все за одного. Команда «Арсенал» не боится никого. Собрались! Футбольная команда «Арсенал» из Хосты. Как отмечают сами ребята, благодаря своей сплоченности они обыграли соперников из Лазаревского района со счетом 4-0. Если бы мы просто возились, катали, единалили и пас никому не давали, мы бы ничья, 1-1 было бы. Проиграли. Андрей центральный защитник обкатал и сразу Ткачу дал штрафную. Потом я все время играл на опережение. Ткач у нас очень хорошо нападает. Баламут тоже. Мы играли как настоящая команда. Юные футболисты не просто так анализируют и разбирают свою игру, ведь эта победа еще не гарантирует выход в финал. Впереди очередной матч, к которому нужно готовиться как физически, так и стратегически. Мы хотим выиграть этот кубок, чтобы поехать на Кубань и доказать, что мы хорошая команда. Сами организаторы подчеркивают, главное во всекубанском турнире на Кубок губернатора – это идея. Идея объединения футболистов в период летних каникул, в том числе завсегдатаев дворовых площадок. Также задача турнира – популяризация массового спорта. Это была идея, самое главное. Чтобы были задействованы игроки любого двора, дома, там еще чего-то, улицы. И времени не хватало дневного, чтобы закончить баталии. Это все сохранилось. В том-то и смысл этих соревнований, что вот те мальчишки во дворах, которые, они тоже пытаются что-то организоваться. Иногда без тренера приходят, вот заявляются, что-то играют. В этом идея. Сегодня за право выступать на краевом этапе в Белореченске боролись 8 команд младшей возрастной группы. Завершатся финальные игры 14 июля. Тогда же назовут лучшую команду в каждой категории участников, которые будут претендовать на Кубок губернатора Краснодарского края.